Hello, Earthling, and welcome to Meta Vlog. Настал тот самый момент, когда в нашей студии оказался человек, который взрывает социальные сети и родительские чаты. Приветствуем Трифонов Сергей. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Что делаете? Как борщец кушаю. Конечно, интересно, почему, да, какой контент вызывает такое огромное количество просмотров. Чего уж там говорить, одно видео и за одни сутки больше миллиона просмотров. На что оно акцентировано, вот те, кто впервые нас смотрит прямо сейчас, и стоит сказать об этом в первую очередь. Я прежде всего хочу сказать всем привет, всем большое спасибо за поддержку моего контента, кто ребята со мной, кто меня смотрит. Весь контент как бы на такой грани пранка построен. И желание людям привить веру в природу, веру в силу человека, веру в то, что вы сможете. Вы всегда во всем рассчитываете на себя. Вы, если хотите как бы быть здоровыми, ведите здоровый образ жизни. Хотя бы ножки там холодной водичкой моете, если вы не можете купаться, как я, в холодной воде постоянно. Искупались в душе, в горячем, все ничего такого сложного, вы от этого никто не заболеете. Помыли ножки 40 секунд холодной водой на ночь. Нас полотенчиком протерли, в комнату зашли, на стеночку, на кроватке полежали 2-3 минутки. Этого будет достаточно, чтобы вы начали укреплять свою иммунную систему. Откуда вообще пришла такая идея? Сколько вы уже ныряете по времени в нашу матушку Волгу? И как вообще вот вы решили стать не только моржом, но еще и блогером? К физическим нагрузкам и к закаливанию с лет 15-16 отношусь очень хорошо, потому что я и в 45-градусный мороз, я жил в Красноярске, купался в Енисее. То есть для меня холод, он как друг. Если мы будем понимать это, то мы будем как бы и дружить с этим холодом. Самое главное, не до фанатизма, не до того, чтобы вы получали обморожение и так далее. Все с головой. Когда получилось вот этот самый первый раз, когда вот холодная вода, я понимаю, что это поэтапный путь подготовки для того, чтобы подойти к такому шагу. А у самого, да? 15-16 лет, но периодически я купался на крещение, практически каждый год, а плотно этим занялся с октября 2019 года. Я, в принципе, военный пенсионер, мне как бы делать особо нечего, поэтому я вот решил народ приучать или приручать, или показывать, что это ничего страшного. То есть со мной люди из других городов приезжают искупаться. Где вас найти? Как же, куда прийти-то, чтобы с вами искупаться? Полевой спуск, там у нас клуб, председатель клуба Рашид у нас. Этот человек мой отец-вдохновитель. Приходите, председатель после обеда в основном всегда. Он вам расскажет, покажет, все объяснит, как. Как ты думаешь, почему вот такой успех, да, огромное количество просмотров? За счет чего? Люди пытаются добиться этого успеха, огромное количество денег вкладывают, чтобы снять видео, чтобы какой-то придумать контент. А это вот как так? Надо просто жить естественно, любить своего зрителя, это прежде всего, не превращаться в звезду, как того, то есть там, у тебя выскочил 1, 2, 3 ролика, и превращаться в звезду. Я непосредственно с каждым, со своим, как говорится, подписчиком общаюсь в комментариях, общаюсь в директ. Если люди общаются в рамках контента, делятся, радуются своими радостями, переживаниями, понимаете, каждый делится опытом. Кто-то из людей, из моих, у меня 25 тысяч подписчиков, вот. И люди делятся со мной своими радостями, как они закаляются, как у них что получается. Они ножки моют, деткам начинают ножки мыть. Я вот, понимаете, я вот за то, чтобы молодежь к этому тянулась. В ТикТоке мои ролики также присутствуют. И у наших школьников, который является основной частью ТикТок,
эти ролики пользуются популярностью, этого достаточно. Они друг другу пересылают. Значит, следующее поколение у нас растет уже, да, совсем здоровым. Они смотрят, они просят, они приходят на набережную сфотографироваться там. Я им объясняю, что надо, что не надо, как бы. Сергей, не могу не спросить о том, что сейчас волнует всех. И в начале программы мы сказали о том, что у нас будет гость, который может предложить свои альтернативные радикальные методы борьбы с коронавирусом. Вот закаливание как таковое с самых первых моментов может помочь? Основоположник в России у нас системы закаливания, как бы, Порфирий Иванов. Он практиковал голод и лечение холодом. Запомните, холодная вода, она мобилизует весь организм, она заставляет организм работать. Я вам не говорю, что это поможет всем. И не призываю, бегите все, вот, в холодную воду. Это все индивидуально. Надо и, наверное, к врачу нужно сначала, да, прийти? Какие-то противопоказания? Да, конечно. Я предупреждаю, прежде всего, никаких экспериментов на собой. Тем более, предупреждаю, категорически нельзя пьяными лазить. Многие геройствуют, залезают пьяными в холодную воду. Можно просто там остаться навсегда. Я предупреждаю всех, прям говорю официально это. Не вздумайте пьяными никакие эксперименты проводить. Я сам не выпиваю 17 лет и вам никому не советую. Ввиду здорового образа жизни мне этого не надо. Если вы бережете себя, начинайте с того, что вы придите к врачу, к терапевту. Обследуйте себя, сердце, потому что нагрузка большая на сердце. Сергей, спасибо вам большое за такую подробную информацию. Обязательно все будем приходить к вам на полевые купации. Хотелось бы завершить вот вашей коронной фразой. А прежде чем мы эту фразу произнесем, давайте вспомним, как она появилась. Да? Вот сейчас все боятся, как-то от этого карантина пытаются спрятаться, а вас обнял, прижал. Как это вот? Ну, понимаете, у нас сейчас люди все настолько злые, не хватает вот этой доброты, понимаете. Я стараюсь вот этой фразой «обнял, прижал» сплотить людей, понимаете. Будьте добрее, обнимайте друг друга, прижимайте. Ну, почаще спрашивайте у родных, у близких, а что делаете-то? С нами был Серж Морж, и это были действительно полезные рекомендации, которые наверняка пригодятся каждому из нас. Всех обнял, всех прижал. Subscribe, turn on, like, comment, share.